Два новых автобуса будут приписаны к 10-й школе хутора Чекон и 15-й в станице Гастагаевская. На их покупку выделили поровну по 2 миллиона рублей краевой и муниципальный бюджеты. Нам очень приятно, что сегодня, в сегодняшний день, губернатор для города-курорт Анапа дает два автобуса на условиях софинансирования. Еще с муниципального бюджета мы приобретаем еще три автобуса. Вот эти новые автобусы, которые губернатор дает, это для всех хорошее подспорье и приятная новость к 1 сентября. Сегодня на балансе Анапского управления образования 33 школьных автобуса. Все они соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены системой ГЛОНАСС и оборудованы тахографами. Содержание автобусного парка обходится муниципалитету ежегодно свыше 11 миллионов рублей. До начала учебного года все они пройдут полную проверку ГИБДД.